Друзья, наконец-таки настал тот момент, когда я создал свой телеграм-канал, в котором буду общаться с вами напрямую. Будьте чаще меня видеть, не ждать выпуска свежего, а там, возможно, будет уже вся информация про следующий выпуск, какие-то, может быть, нарезочки, отрывочки. Все, что вам необходимо, это под этим видео перейти по ссылочке в мой телеграм-канал, вступить. Будем, друзья, общаться, будем развиваться, возможно, будут какие-то розыгрыши. Залетайте ко мне в телеграм-канал, приятного просмотра ролика. Погнали! Друзья, все тоже продолжение истории о том, как Андрей, он же Lucky Truck Driver, перегоняет автовоз из Литвы, из Вильнюса, через Грузию. Перед этим мы, конечно же, поплывем еще на пароме в Минск. Вот такая ситуация, ребята. Занимаемся перегонкой автомобиля. Серьезного. Mercedes-Benz. Да. Хорошая легенда. Сейчас находимся недалеко от Ржешня, если правильно называть, наверное, Ржешень, короче. Скоро у нас граница со Словакией, где мне нужно будет взять аппарат. Да, нужно будет оплатить дороги в Словакии. Что могу сказать по поводу этого автовоза, этого автомобиля, тягача? Ребята, ну что, честно говоря, я не привык ездить с полуприцепом. Я 4 года отработал на, не знаю, как это можно сказать, тандем, на классическом прицепе. То есть 3 года работал сначала на полуприцепе в Гиртеке, потом ушел на автовоз. Установка была Рима и Кацбер, и даже была одна Рольфочка, но все они были классической, так сказать, построение. Вот, то есть классическая сцепка. А это у нас как бы уже полуприцеп. И отличается, конечно же, он по управлению, по заездам. Режет угол, он не хреновенько. То есть, если я вот вчера, кстати, заезжал в елку, по привычке начало заламываться, как я обычно заезжаю, и мне не удалось попасть в это, так сказать, в елку. Пришлось брать немножко больше радиус. Ну, вот есть такой нюанс. Как бы, да, вот есть такие прикольчики с заездами. А так, как бы, еду, ну, по езде именно, то есть, если по автобану, то разницы я никакой не чувствую. То есть, в зеркало я вижу все тот же прицеп, рожок самый дальний, и все. Как бы, в принципе, никаких, так сказать, нагрузок на себя не получаю. А вот от этой езды, в общем, как-то так, друзья. Заправлял уже полный бак. Наверное, перед выездом еще подольюсь, а может и не буду. В принципе, мне топлива хватает сейчас на 2500 километров, а это значит, что мне хватит доехать смело до Грузии. Вот, тоже в Грузии подольемся. Наверное, только на выезде в Румынии заправлю AdBlue, потому что в Грузии, по-моему, с AdBlue есть какой-то дефицит. Ну вот, что касаемо поездочки. Должен был, кстати, грузиться в Варшаве, потом отменили загрузку, потом должен был вроде как ехать уже в Мюнхен забирать машинки интересные, там должны были быть, но также отменили. В общем, будем грузиться уже тогда в Грузии Америкой. Об этом вы всем увидите в моих выпусках. Сделаем несколько видосиков, чтобы были не сильно длительные, успевали посмотреть на небольшой паузе, ну, либо за завтраком, в общем, когда вам удобно. Ну или за ужином. Кстати, да. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Мы движемся. Что еще интересно могу вам рассказать по поводу этой машины? Пробег здесь 1 146 000. 2012 года сам тягач. Установка 2005 года. Как она работает, вроде бы неплохо. Потестил, покрутил, понажимал. Вроде все окей, все хорошо. Докупил, кстати, я несколько упоров в количестве 4 штук для автовоза. Ну, в общем, как сказали, что там в Грузии, когда грузят, особо там упоры и ставить некуда, бывает машины там в таком состоянии, что и упор не подсунуть, так ремешком прижал и уже хорошо. Так, ну это что вот касаемо упорчиков. Так, не знаю, тягач, в принципе, в порядке, все хорошо, едет тяга примерно, как бы, не знаю, на среднем, то есть не скажу, что он супер крутой, то есть тянет круче, чем Scania, нет. Однозначно не тупит, ну, едет и едет. В общем, машина есть машина с пробегом 1 000 000. Прошу, как бы, эту часть во внимание всех критиков. По поводу ретарда. Ретарда работает, ретарда очень важна, особенно вот на местности Грузии, Азербайджана.
России нижней части, то есть где есть перевалы, горы, где можно немножко тормоза поберечь, можно и ретарды потормозить, если погодные условия позволяют. Есть ошибка по блокировке дифференциала. Ну, как бы это вот такой вот нюансик, да, что если нужно будет откуда-то выехать, и с этой ошибкой, с этой проблемой, так сказать, сложнее будет выехать из застрявшего какого-то момента, если где-то застрял, да. Но есть прикольная кнопка раскачивания, интересно, как она работает. Ну, с другой стороны, возможно, мне не доведется с этой проблемой столкнуться. Проезжаем, у нас здесь вот ремонт какой-то незапланированный, но в принципе пробок нет, едем и уже хорошо. Паркинги подзабиты, да, ближе к границе все подзабивается. Нужно будет в Словакии взять аппарат, 50 евро залоговая стоимость, ну и пополнить его евриков, не знаю, на 80-50. Спросим у девушки, сколько будет примерно там на вот этот вот участок дороги до Венгрии. В Венгрии мне нужно будет... А что мне нужно будет, ребята, там сделать? Кто в курсе, кто накинет идеи, что нужно сделать? Правильно, оплатить дороги, построить маршрут, узнать насчет, кстати, негабарита. Вот если я пустой еду, нужно ли оформлять негабарит? Надеюсь, что нет. И нужно ли мигалку включать? Надеюсь, что нет, потому что у меня мигалки нет. И прямо вот здесь, где я ехал, нигде не видел кировского магазина, чтобы хотя бы купить ее. Пускай лучше она будет, чем ее не будет. Я потом буду бедный искать, бегать, где же мне взять эту мигалку. Вот такой есть нюансик. Вот. Что еще по тягачу сказать? Нужно заниматься подушками двигателя, потому что как только обороты стабилизируются на 500, то есть просто вот на холостом она стоит и начинает колбасить двигатель немножко, то есть именно подушка как будто отбита, без нагрузки, вибрация в кабине есть. Только оборотиков подкидываешь, все, вибрация пропадает, работает стабильно, все хорошо. Я думаю, что дело все-таки в подушке. Возможно, даже, наверное, левой, потому что если он мотор вправо наклоняется по часовой, значит, все должно быть четко. Ну ладно, этим уже будет заниматься механики, это мы уже просто, так сказать, оповестим руководство, что вот есть такая проблема и нужно это сделать. Кстати, помыл лобовое, в принципе, вообще классно. Нужно, конечно, еще мне дворники поменять, эти поскрипывают. Но опять же, дам информацию, а там уже будут, не будут. Как бы так. Пока что я всего лишь подменный водитель, который решил подзаработать немножко деньжат и пригнать этот автовоз. Сделать такой небольшой трип. Как-то так, друзья, как-то так. Давно я с вами не болтал, уже растерял навыки немного. Как поддерживать беседу, что-то рассказывать. Ну, буду рассказывать, как говорится, все, что вижу, все, что происходит. А то вот такие моменты... Блин, YouTube забрасывать нельзя. Особенно он, так сказать... приятен просмотру, очень старый, так сказать, одни из первых выпусков, смотреть на себя со стороны, какой я был, не знаю, скромный, стеснительный, там, малоопытный в съемках, монтаже, да и вообще, в принципе, в работе на автовозе, и как сейчас я уже себя чувствую комфортно, то есть, интересно, да, и молодой был, как бы, тоже, годы-то нас, как говорится, не щадят, такие дела, ребята, когда заехал в Польшу, подключил себе приложение, заплатил 200 злотых, так сказать, пополнил свой баланс на 10 злотых для оплаты дорог. Ну и за подключение к этой всей системе девушка взяла с меня 130 злотых. А 130 злотых это, извините-ка сюда, сколько это вышло у меня? Где-то 30 евро примерно так. То есть вот 40 я пополнил на 40 евро, там 45, и 200 я пройдет. Профукал. Вот знак 60. Надо бы здесь подскинуть. Вот. И, в общем, тридцаточку девушка с меня взяла. Взяла с меня тридцаточку. За подключение. Ну, в принципе, можно было по самому, но, опять же, если знаешь, если есть компьютер, чтобы нормально все это сделать грамотно, а если делаешь ошибку, потом с тебя снимут много денег полицейские. Да, и все, и будет привет роднее. Потом придется рассчитываться, блин, со своего кармана уже. Как-то так, ребята. Вот такой вот участок ремонта, блин, 70 ограничения, в принципе. Можно смело ехать. Надеюсь, радаров здесь нет. Мы тут немножко поднаваливаем, 75 едем. Хотя вроде в Польше
до 9 километров можно превышать. Поля 79, все окей. Или 79 уже не окей, 78 окей. Но, опять-таки, это от бывалых водителей услышанная информация. А я вам просто передаю то, что, как говорится, сам услышал. Будем двигаться, ребята. Увидимся чуть позже. Забыл вам еще, ребята, рассказать интересный такой факт. Возможно, кто-то знал, кто-то не знал. Но, в общем, смотрите. Вот я заезжал на заправку, заправил полные баки дизеля. Это была заправка Орлен. Полный бак Адлю. И, в общем, пошел оплачивать на кассу. И, как бы, там, 3370, там, с копейками, 75 злотых. Я такой, хорошо, оплачиваю картой. Мне предлагают выбрать в злотых оплата, либо же в евро. В евро выходило 800, по-моему, 30 евро. А картой было, ну, типа, очень... А в злотых, ну, как бы так и оставалось. Вот. Ну, я выбираю, конечно же, местную валюту. И местную валюту оплачиваю своей картой европейской, евровой. И у меня получилось 700, по-моему, 78 или 788. То есть разница практически в 100 евро там вообще. То есть вот какая большая разница между, если ты оплачиваешь в национальной валюте, либо же... сразу в евро. Не знаю, снимет мой банк или не снимет, но вроде как есть такая идея, что нужно всегда оплачивать, в какой-то стране находишься, в той валюте и оплачивать. Возможно, это правильно так и работает. Кто с этим сталкивался, пишите. Ну, я надеюсь, что с меня не снимут еще такую дополнительную комиссию, то есть вот как с меня сняли изначально с моей карточки, так все и останется. Дополнительно, надеюсь, ничего не будет. Как-то так. Что у нас здесь за ремонт опять какой-то? Тут что-то перестраиваемся. Едем пока. Ну, вроде пока едем. Уже радует. Заправка. Блин, нашел, кстати, заправку с дешевым топливом, с дешевым Адлю. Вообще капец, там копейки стоило. Но не смог подъехать, потому что она типа как для легковых или для каких-то грузовиков, но небольших. То есть. Я вам так, ребята, скажу. Это можно одуреть. Сейчас мы находимся в Словакии. Живности просто дохренище. Вот. Очень много вижу оленей, коз всяких, прыгают через дорогу, скачут. Во-первых, видимость очень хреновая у нас здесь, как заметили, туманище. Дальнобойщики местные здесь катаются, просто там, блядь, лихие какие-то чувачки. Я здесь еду чуть на чуть, там 60-70, вот так вот, не больше. Они тут проносятся, мне кажется, на всех 100 километрах в час, представляете? Просто шумахеры конкретные. Но они уже знают каждый поворот. Я здесь вообще еду, наверное, второй раз. Первый раз я еще в Гердаке здесь ехал. Ну, а вот второй раз я здесь своим ходом, как говорится, двигаюсь. Ужас. Ну, так вот, едешь за поворотик, откуда он, хоп, олень стоит. Или в траве где-нибудь, вот так вот в канаве здесь. Ух, вот сейчас вот тоже, блин, фура летит. Ну, куда ты летишь, поворот, блядь? Бля, какие же мудаки, а? Ну, что за люди? Ой-о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 й. Накипело. Так, взял аппарат, кстати, ребята, заплатил я 50 евро за сам аппарат и 50 евро пополнил счет. Все, так, я думаю, 100 евро, как бы сказали, хватит. Потом вернут полтинник залог и все, что останется вот этих, как, этих чаевых, короче. Вот, что-то подустал я, господа, уже у нас 2 часа ночи. Ну да, если бы по европейским, так сказать, закончикам я бы работал бы, я бы уже отдыхал бы давно. Ну а так, мне нужно просто срочно приехать в Румынию в паром. Ой, в паром, на паром. Констанца порт меня ждет. Поэтому мне надо ехать. Максы. Отоспимся на пароме. 2-3 дня будем там чалить. Оставайтесь вместе со мной. Ребята, настроение такое у меня. Ё-моё, блядь, такие повороты. Тут вообще был серпантинчик такой, блин. Я прям видел, мне кажется, регистрационный номер прицепа. Закладывал такие моментики. Ну вот вообще, ну ни хрена не видно. Вот буквально вот видимость метров, ну, 50 максимум. А если какой-нибудь олень скаканет, то просто мы его запетрушим. Хотя бы не хотелось этого, как говорится. Понятное дело, вам контент. А мне, Андрею, мне не контент, фига. Приятности. Ух. Продержимся еще, ребятушки. У меня еще есть план, куда мне надо заехать. Останусь возле торгового центра. Завтра, ну точнее сегодня, после отдыха схожу, распечатаю экспортную декларацию. Это необходимо.
И надо снять с моей карточки литовской бабла. Нужна наличка. И есть ребята, которые хотели бы видеть наличку. Но это все потом. Рабочие схемы никто не рассказывает, ребята. Особенно в интернете. Особенно в Ютьюбе. Все передается, так сказать, лично. Тет-а-тет. Аккуратненько, тихонечко. Будем ехать катиться. Ребята, едем сейчас по Венгрии. Была куплена моя дорога. Купил, в общем, оплатил маршрут. Ничего сложного. Каждый справится. Едем по Венгрии. Ой, ёпарасоте. Если вы думали, что в Словакии херовые дороги, то в Венгрии они такие же херовые, короче. Даже не знаю, что меня ждет в Румынии. Румания. Блять, все падает. С полок на полку. Ужас. Ё-моё. Дороги просто шлак. Да уж. Вот так вот. Интересно. Почему они их не ремонтируют? Но самое интересное, что коллега за мной не отстает. Еще и думает, как меня погнать. Едем тут несчастных 75 км в час. Но он все на хвосте болтается. Уля-ля. Да уж. Бля, ну дорога такая фронтовая, конкретная. Это только начало, скажешь ты вы мне, Андрей. Да, я согласен с вами. Там-там-там-там-там. Коллеги едут навстречу, коллеги едут сзади. У меня впереди румынская граница. Румыния, Румыния. 5 километров. Какая-то custom border, короче. Бля, еще и писать хочется, просто ужас. Но останавливаться, ну, нельзя никак. За мной колейка. Всех пропущу сейчас и все. И самый последний буду проходить границу. Ой, как не хотелось бы. А на улице, между прочим, уже 5:30 вечера. Ух ты, ну идем мы, конечно, по графику красиво. Венгерская сторона. Просто вот пока мы не доехали еще, типа как накопитель или что-то, типа где оформление. Просто стоит прицеп в таком состоянии. У нас бы его реанимировали, будь здоров, а он стоит такой вот брошенный. Рев какой-то транспортной компании Укерман. У телефона есть и что есть. Ну, рези даже на месте, господа. Резина такая уже батона слысос. Вот как-то так. Бля, как я не люблю, конечно, все новинки. И все, я думаю, не любят новые места. Не знаешь порядок, действия, что, кто, куда, зачем и почему. Что поделаешь, будем проходить границу. Вот так перевозятся линейки, видели? Некуда деть, 3 штуки везу. Контрабандист линеек, Андрей, видали? Вот так вот. Сейчас, ребята, я в Румынии уже. Вот так вот. У нас уже потемнело здесь. Между прочим, на улице 19:43. И 10 градусов тепла. Едем по какому-то, блин, поселку. Честно говоря, такие тут ремонты, дороги. Хрен его знает. Ну, что могу сказать? Пока что не могу, как говорится, утверждать. Но я думаю, что здесь, как и в Венгрии. А так, в принципе, ребята... Едем. Сегодня проедем половину пути и завтра доедем, как говорится, до порта.